Здравствуйте, это сайт «Массажная Крискара». С вами снова Дмитрий. Значит, я хочу вам представить одно из самых, на мой взгляд, удачных кресел относительно цены и того функционала, который в этом кресле есть. Это «Альфасоник 2». В данной модели кресла собрано все самое лучшее, что можно было в принципе собрать на период выхода этого кресла на российский и европейский рынок. Значит, в этом кресле 8 автоматических программ, 6 программ ручного управления, которые также можно подстроить, да, с учетом пожеланий пользователя. То есть изменишь ход движения роликов, ширину движения роликов, скорость движения роликов, делать какие-то дополнительные подстройки. В данной модели кресла есть сканирование автоматическое, есть пульт быстрого доступа, который позволяет выставить положение Zero Gravity, выбрать первую автоматическую программу, отрегулировать положение спинки. Возможность подключения гаджета на зарядку сделать через разъем USB. Значит, в этом кресле также присутствует ионизация воздуха. Встроенные колонки позволяют подключать любое устройство через Bluetooth. Антистресс-система Braintronics работает также через приложение. В этом кресле используется специальная техника массажа ступней, так называемая техника массажа гуаша. Растирание стопы, то есть две группы роликов, которые вращаются под пальцами. Первая, да, вторая делает такие кулачковые растирания, то есть ролики выходят наверх, проходят под стопой, как бы, да, и происходит такое улучшение кровообращения. В данной модели кресла используется специальный материал Arpatec. Материал гораздо прочнее кожи, не вытягивается, не деформируется, не копит статики. Очень легко ухаживается. И самая главная его особенность, что материал на хлопковой основе. Если человек садится в легкой одежде, то создается ощущение, что кресло с подогревом. На самом деле это особенность материала, который позволяет аккумулировать тепло. То есть оно его забирает и вам его как бы возвращает обратно. Отличительная особенность, опять же, этого кресла, что функция Zero Space, которая позволяет его устанавливать вплотную к стене, и также транспортировочные ролики, за счет которых можно переместить кресло в помещении вперед-назад там, или вправо-влево. Опять же. Данная модель кресла представлена сейчас в России в нескольких цветовых решениях. Это вот такой бежевый цвет, светлый, приятный, теплый тон, да. Двухцветное кресло серое с таким вот кофейным отливом. Значит, одна из моделей черная с серым. И одна из моделей, которая здесь не представлена, это с черными боковинами и красной внутри. Данный подголовник является элементом, который смягчает массаж в области шейно-воротниковой зоны. Также его можно разложить и использовать как элемент смягчения по всей поверхности спины, если пользователю кажется, что кресло немножко жестко делает массаж.